Куда мы пришли, бабуся? Магазин! В магазин! Машинка едет! Лайка! Течопик мой. Идем немножко за овощами и за фруктами. Да, Зойка? Идем купим бананчики, яблочки, помидорчики. Блэкбрис. Давай возьмем. Давай возьмем. Две коробочки. Две коробочки возьмем. Конечно, какие-то странные. Все сухие. Ну, вроде нормально. По 97 центов. Возьмем. Сейчас мы возьмем Apple. Сейчас мы возьмем. Идем, возьмем. Идем, идем. Яблочки Гала по доллар 50. Кабуля, пошли дальше. Зайка, мама идет дальше. Пошли. Да, ты там зеркало на себя смотришь. Там зеркало. Пошли дальше. Сейчас я нашла другие распакованные Галы. 4 за 4. Получается доллар за паунд. Я их возьму. Пошли дальше. Пошли, Зайка, пошли, будешь мне помогать. Идем. Так, мы еще взяли мандаринки, бананы и вот такие огурцы 3 в одной упаковке, да? Да, $5. На тебя наехать, поэтому не бегай там. Взяла еще гадину, естественно, и начала выпрашивать. Она слушала, можно сырочки в школу. Она любит именно вот этот вот сырок. Я не знаю, показывала ли я яйца. Вот взяла на выходные. Меня обещают быть заняты со стрижками выходные. Вот такие смайлики. Если вы помните, много-много лет назад я их покупала, и дошки все время. Потом как-то и Габи их ела, но потом они перестали есть. И кофе взяла. У нас черный заканчивается, а мы варим, который. Мы вообще любим лавацу, но его нету сейчас по скидке. Взяли этот Rich Dark Roast. Вот мы пришли, как всегда, в русский отдел. Отойди, Зая, отойди. 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 Отойди, пока ты здесь ничего не разбила. Хорошо. Вот здесь есть абсолютно все для выпечки. Вот здесь абсолютно все. Все. Но я пришла даже не за гречкой. Вот у меня и закончилось. Я пришла за семами. За семками. Все, выбираем семки. Вот на $58. То, что мы купили. $58.